Жители 41-го дома на улице Владимирской неоднократно жаловались в госжилинспекцию на плохое состояние крыши и межпанельных швов. Квартиры продувало. Новая управляющая компания взыскала средства с предыдущей, которая осталась должна жильцам почти 1 000 000 рублей. На эти деньги провели ремонт. Собрав собрание жителей, приняли решение, что нужно по текущему ремонту заменить данные швы, мы эту работу произвели. Теперь сотрудники ГЖИ повторно инспектируют кровлю и фасад здания. Чтобы данные были точными, используют квадрокоптеры. Для того, чтобы для эффективного использования, скажем, обследования общего имущества, мы в работе принимаем квадрокоптер. Для того, чтобы не отвлекать собственников помещений и, соответственно, для нашего, скажем, удобства. И там детали для того, чтобы разглядеть там отдельные детали. Компактные беспилотники – это безопасный и эффективный способ обследовать объект, в том числе в труднодоступных для человека местах. Управляет аппаратом опытный оператор с земли. Мы можем подняться на высоту до 500 метров. Самый высокий дом в Самаре – это 120 с небольшим метров. То есть спокойно мы видим всю полностью крышу, фасад дома. То, что мы не сможем увидеть с земли и даже с крыши, если она плоская. Госжилинспекция Самарской области одной из первых в России стала применять дроны для обследования многоквартирных домов. В год таким образом проверяют десятки зданий. Светлана Кудрявцева, Николай Милюткин. События.